Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Здравствуйте, уважаемые папы и мамы, слушатели нашей программы «Каждый родитель желает знать». С вами я, Елена Самойлова, и сегодня мы продолжим искать ответы на самые важные вопросы в воспитании наших детей. Тема сегодняшней беседы – «Дети и деньги». «Каждый родитель желает знать». Карманные деньги. Должны они быть у ребенка или нет? Сколько и в каком возрасте давать? На каких условиях? Нужно ли монетизировать поощрение? Как сформировать правильное отношение к деньгам? Найти верные ответы на эти вопросы нам поможет семейный психолог Ирина Чеснова. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда пора начинать разговаривать с ребенком о деньгах, о том, что существует финанс? Мне кажется, это так естественно может быть влито в жизнь семьи, когда даже самому маленькому ребенку он просит какую-то вещь в магазине, и мы ему даем денежку, и он, например, какую-то шоколадку или какую-то маленькую игрушку идет и сам покупает. Это так трогательно, и обычно все этому умиляются, да, и после этого очень собой гордится, что он сам дошел к кассе, да, к продавцу или там что-то, да, и купил себе на денежки родителей. Ну, то есть деньги входят в жизнь ребенка как-то очень постепенно, естественно, через такие вот ежедневные какие-то ситуации. Но в определенном возрасте возникает у детей вопрос, а сколько вы, родители, зарабатываете? Стоит ли отвечать ребенку на этот вопрос или стоит ему сказать, ну, в общем-то, это не твоего ума дело? Мне кажется, что в вопросе денег, как и в любом другом, возможно, но в деньгах особенно, все зависит от того, что вы считаете нужным. То есть я думаю, что на протяжении всей передачи я постоянно это буду повторять. Вот как вы считаете правильным поступить, да, так и делайте. Есть какие-то общие, универсальные рекомендации, но еще раз повторю, что все зависит от того, как вы сами к этому относитесь. Вы можете спросить у ребенка, зачем тебе нужна эта информация, ты хочешь понять, где ты... в какой-то в социальной иерархии, к какому месту принадлежит наша семья. То есть это способ, да, это один из способов вывести ребенка на какой-то такой ценностный разговор, да, если подходящее время, если вы видите, что он готов это как-то обсуждать. До этого вопроса там же тоже есть какая-то история с деньгами, что, например, купите мне, пожалуйста, это. Это мы сейчас себе не можем позволить, да, там, например, да, он же слышит это еще до школьного возраста. Или нет, мы тебе сейчас это не купим. Или нет, мы уже тебе много что купили. Да, то есть до этого вопроса там тоже есть какая-то история ситуаций, из которых ребенок делает какие-то для себя выводы. И, например, есть фразы, которые меньше подходят, да, для ответов, да, чем какие-то другие. Например, мне, например, кажется, с моей колокольни, сказать «мы не можем себе этого позволить», мне кажется, что это не очень удачная фраза. То есть тот же ответ можно дать немножечко по-другому. Например, «купите мне, пожалуйста, какую-то игру» или, ну, да, что-нибудь, да. Знаешь, сейчас у нас другие траты, сейчас мы, как бы, игра не входит в наш, да, там, ближайшие планы. Перспективы, планы. Да? Не то, что мы... не можем себе этого позволить. Складывается уже какое-то ощущение, что мы какие-то мы не такие. А если мне просто скажут, сейчас у нас другие планы финансовые, то это совершенно, да, совершенно по-другому встраивается в мое, да, какое-то представление о деньгах. Поэтому мне кажется, что есть более полезные какие-то фразы, да, есть просто менее полезные. Поэтому если вы не знаете, как, что ответить, универсальная фраза – это у нас сейчас другие приоритеты финансовые, к сожалению, я слышу, что ты хочешь эту игру, но у нас, мы сейчас как бы, потоки денежные направили там в другое русло и так далее, но давай будем думать, либо мы копим, да, на эту игру, либо мы покупаем тебе что-то другое. Ну, то есть ищем какие-то выходы. Да? То есть, но не говорим, что мы несчастны, не можем этого позволить. А в каком возрасте ребенок психологически готов к тому, чтобы у него появились карманные деньги? Это уже в дошкольном возрасте он может быть абсолютно готов, если, опять-таки, если вы считаете это
для себя возможным и нужным. Если у ребенка нет какой-то особой потребности, он подошел к вам за копеечкой какой-то, вы ему дали, и проблем нет. Нет запроса такого особенного. Разные же дети бывают. И бывают дети, которые... Вот, вы можете мне выдавать какую-то денежку, чтобы я мог ей распоряжаться? Ну, такие дети тоже бывают. То есть, опять-таки, все зависит. Есть разные схемы, и вы можете выдавать деньги по запросу. Там, например, подошел ребенок, мне нужно на это. Вы ему даете, если можете. Потому что у нас у всех разные финансовые ситуации и разные запросы у детей, разные представления и так далее. То есть вы действуете гибко по обстоятельствам. А у подростка уже обязательно должны быть карманные деньги? Вот если он уже в подростковом возрасте, а не маленький. Опять-таки, считается, что такое универсальное правило, что можно подростку выдавать какую-то, например, подросток уже все прекрасно понимает, ориентируется во всем, он получает там деньги на неделю, и он какую-то сумму оговоренную, которую родители могут себе позволить в качестве карманных денег. И ребенок в рамках этой суммы и в рамках этого небольшого временного периода, это не месяц, да, нам взрослым-то на месяц зарплату условно трудно распределить, бывает, а тут неделя, да, нормально, 3 дня, окей, смотрите по ребенку, смотрите, как он может распоряжаться этими деньгами, то есть чем он меньше, тем меньше сумма, соответственно, тем меньше тот срок, на который вы эту сумму ему даете. В этом есть большой смысл, что в рамках этой суммы учится считать и распоряжаться. Там раз в 3 дня мне дают, не знаю, 100 рублей, условно, да, я их коплю на что-то такое, или я иду вкусняшки себе какие-то покупать, или еще что-то. Но смысл в этих ограничениях в том, чтобы он учился действовать в рамках, границах конкретного времени и конкретной суммы. Импульсивный у нас ребенок, да, он пошел и купил себе сразу на эти деньги вкусняшек. Значит, следующие дни, когда до следующей суммы, он сидит и сосет лапку. Да, и он постепенно учится понимать ценность денег, и учится держать себя в границах, понимать, что сколько стоит. Очень хорошее упражнение такое, да? Смотрите, вот если мы ему даем деньги, и он их копит, и вот он накопил достаточно приличную сумму и хочет купить то, что, на наш взгляд, является ерундой. Тут еще важно заметить, что мы ему даем на что? Если он себя обкрадывает, условно говоря, ему дали деньги на школьный обед, а он их откладывает, это надо вскрывать. То есть, если вы это заметили, то надо говорить, я даю тебе деньги на еду и вижу, что ты себя моешь голодом для того. Я считаю, что это не полезно. Близкие взрослые, вы можете диктовать правила. Часть суммы идет на обед, и ты обязательно ешь. И это мое условие. А часть суммы ты там распоряжаешься, как ты хочешь. То есть, понимаете, тут тоже такие нюансы внутренние есть. Если вы дали ему напоесть, а он ходит голодный и копит. Да? Ну, смотрите, это маленький ребенок, мы поймем. А если он подросток, он уже может и не рассказать нам, что он не обедал. Ну, значит, он уже подросток, мы уже как-то примиряемся с его взрослостью и с его непрозрачностью. Но если он накопил собственный... Понимаете, когда вы отдали ему карманные деньги, они переходят к нему собственность. То есть вы можете еще обговорить какие-то правила. Например, мы их не тратим. Ну, раньше стояли, я когда мои дети были маленькие, автоматы с игрушками. Да, там, например, вот это вот. Или мы, давай договор. Вы можете заключить с ним договор, что мы их не тратим на очевидную игроманию или какую-то зависимость. Да? То есть у нас с тобой договор. Ты их тратишь там на все, кроме... И вы этот договор можете прописать. Как взрослый, вы имеете право на какое-то свое последнее слово в плане того, что я забочусь о твоем здоровье, отвечаю за твое благополучие. И вот для меня важно, чтобы эти деньги не шли вот по каким-то ненужным статьям. Но я считаю, на мой взгляд, что накопил, вот на что тратит, вот. Потому что это тоже требует большой силы воли, когда у тебя есть деньги, и ты не пошел их, не спустил куда-то, а вот накопил, то это тоже тренирует его волевую сферу. Это же тоже здорово. Но мы можем и не давать. То есть у меня, например, в семье нет такого, что тебе выдается какая-то сумма, и ты... Вот как, то, что я сейчас говорю, в моей семье этого нет. У нас деньги выдаются по запросу. Просто есть разные ситуации, и я рассказываю, как можно построить этот момент. Да? То есть есть разные варианты, поэтому смотрите, слушайте себя и смотрите, что подходит конкретно вам. Еще один вопрос. Многие родители оплачивают детям хорошие оценки. Ну, не секрет, что это бывает. Вот за 5 ты получаешь столько, там, за 2
ты штрафуешься, а двойку, вот, да, возвращаешь какую-то денежку. Общее мнение, общее генерализованное мнение, что за оценки платить не надо. Но опять-таки, мы живем в обычном неидеальном мире. Может быть, это единственное, что будет работать. Поэтому я бы не стала говорить, что ни в коем случае не платите за оценки. Если вы считаете, что так правильно, ну окей, делайте. Я в своем личном опыте поняла, что что-то платишь за оценки, ну вот что-то не платишь за оценки, ничего не работает. В данном случае это просто не работает, поэтому можно этого не делать, да. В принципе, учеба – это такая зона ответственности ребенка, это не то, за что надо платить, считается так, еще раз подчеркну. Но опять же, давайте мы не будем очень жестки. Иногда это работает. Если это работает, почему нет? Не надо платить за домашнюю работу. Это вот еще более такое жесткое требование, потому что домашняя работа – это некий вклад и участие того человека, ну, даже ребенка, который живет в конкретном помещении, в конкретном пространстве. Это его вклад в поддержание уюта, там, да, там, какого-то приятного времяпрепровождения. То есть вот здесь еще больше жесткая рекомендация не платить за домашнюю работу. Но есть рекомендация, что вы платите за ту работу, за которую бы вы сами заплатили деньги. Например, вы сами не будете мыть окна, да, вы позовете помощницу. Зачем звать помощницу? Ну, окна, может быть, это опасно, да, там, ну, я имею в виду, то есть смысл в том, что вы заплатите своему ребенку за работу, за которую другому бы человеку заплатили деньги. Например, вам нужно сканировать какие-то фотографии или, я не знаю, там, вычистить дом бабушки в деревне. Ну, то есть вы не занимались бы вы этим сами, вы бы наняли. Наймите, ну, можно нанять своего ребенка. Такая рекомендация вполне себе реалистичная, жизненная, когда вы платите ребенку за то, за что бы сами кому-то другому заплатили деньги. А как правильно себя вести родителям для того, чтобы не развивать в ребенке жадность? Ну, жадность, на мой взгляд, это всегда, она скрывает какие-то более такие другие вещи, которые хорошо бы видеть. Жадность, ну, есть такие дети, люди, да, не только дети, но прижимистые, денег, копеечка к копеечке, да, рубль к рублику. Ну, хорошо, если это им помогает, если это их способ как-то вот, ну, существовать, ну, почему нет? А как воспитать в ребенке, чтобы деньги воспринимались не как самоцель, а как инструмент, способ сделать то, или получить удовольствие, да? Опять-таки, я не буду вмешиваться в систему ценностей других людей. Еще раз, в рамках своего жизненного пути они имеют право относиться к деньгам как угодно и учить детей относиться к деньгам как угодно. Просто есть, например, ситуации, которые ребенок демонстрирует, вам не нравятся. Например, он не ощущает ценность денег, и сейчас это большая проблема нынешнего поколения, потому что они растут, в принципе, в изобильной среде, ну, относительно, да, это не то, что тебе нужно стоять с номерком в очереди за молоком, а ты можешь пойти, это молоко и, ну, разного качества, по разной цене, но в любом случае оно в прямом доступе у тебя. И ты не очень понимаешь, тебе кажется, когда ты растешь, что все это сыпется с неба. Это проблема особенно детей таких, ну, из таких нормальных средних семей и больших городов. Им кажется, что это все сыпется с неба. И родители это может раздражать, потому что родители сами выросли, ну, в совсем другой обстановке, что надо было все-таки себя ужимать как-то и так далее. И родители это может раздражать, и они могут куда уйти? В нотации, да? Я в твоем возрасте, а ты не бережешь вещи, а ты не ценишь, как мы все много для тебя делаем. Ребенок современного поколения, он, конечно же, не может оценить тот вклад, который, собственно, дается, да, и что для него родители делают, не может. И, собственно, по большому счету, это не его задача. Видеть, как для него родители напрягаются, потому что это же выбор родителей, напрягаться или не напрягаться. Да, то есть ребенок – это не тот человек, который должен оценивать родительский труд. Ребенок не может стоять в высшей иерархии и оценивать, хороший ты родитель или плохой. Хорошо для меня сделали, плохо. Он стоит внизу. Вы что для него сделали, то и хорошо. Сами выбираете, да? Мы сами выбираем то, что мы делаем для детей. Поэтому можем ему вообще не давать денег, если мы не считаем этого нужным, что это нужно.
Вот, поэтому здесь какой смысл? Если вы видите, что ребенок выходит немножечко из берегов, да, что что-то вот мне купили одну игрушку, через два дня я хочу еще игрушку, и я, значит, начинаю топать ногами и говорить, что вы плохие родители, а вы всем остальным покупают, а вы какие-то... Там по-разному можно сказать. Либо вы мало зарабатываете, либо вы плохие родители. Ну, то есть могут быть разные абсолютно ситуации. Вот это как раз ситуация и повод для того, чтобы спокойно, когда все успокоятся, сесть и поговорить. Да? Кажется, мы где-то что-то не досмотрели, и кажется, кто-то у нас тут уже не понимает, границы не видит эти рамки и так далее. Ну что ж, мы будем эти границы спокойно, но твердо обозначать, что мы покупаем только, условно говоря, одну игрушку в месяц на какие-то, ну, условные деньги, да, то либо ты это принимаешь правила игры или такие условия жизненные, либо, если тебе уже 14 лет, все свои хотелки сверх того, что мы можем на тебя выделить, ты идешь и как-то пытаешься в рамках законной деятельности, ты пытаешься как-то удовлетворить самостоятельно. Потому что здесь тоже очень важный воспитательный момент, и он не про деньги, а про то, что я замахиваюсь на то, что мне не принадлежит, или я считаю, что мне должно быть нечто, что я, до чего я хочу дотянуться, и мне должен кто-то это обеспечить. Да, здесь мы проводим очень важный воспитательный момент. А в этой связи вот какой еще вопрос. А нужно ли ориентироваться на то, сколько карманных денег у его друзей? Нет, нужно ориентироваться на вашу семейную ситуацию. Не будет ли ребенок чувствовать себя ущербным, понимая при этом, что родители могут? Очень многое зависит от того, как это подается в семье. Да? Что значит деньги? Это же, как мы только что говорили, это же инструмент. Деньги могут быть способом выражения свободы, способом почувствовать себя лучше, способом обеспечить себе безопасность, ну и так далее. Вот я смотрю на своих сверстников, у них там по 2000 в неделю, а у меня только 1000. А мне зачем больше еще? Чтобы что? У меня, в принципе, все есть. Меня кормят, поют там, и так далее. У родителей мои достаточно строгие люди. Папа, например, там рос в достаточно сложной ситуации, поэтому он считает, что я должен тоже как-то вот чувствовать эту ценность денег. Папа же, если он может поговорить, он же об этом говорит. А зачем мне дополнительная 1000 в неделю? Чтобы что? Чтобы чувствовать себя не хуже других? А кто узнает, сколько у меня этих денег? Ну, то есть, понимаете, это повод для того, чтобы дальше немножечко углубиться в эту тему и понять, что мне недостает через эту условную 1000, что я хочу, чего я хочу добрать. Потому что это, конечно же, не про деньги. Это про какое-то самоощущение. Это что, повод мне чувствовать себя какой-то ущербной и транслировать это ребенку? Нет, у нас так. Это не делает тебя плохим. Это не делает нас какими-то недолюдьми. У них такая ситуация, у нас такая ситуация. Если я хочу через внешние деньги, да, достичь ощущения, что я такой же, как все, это не очень полезно. Потому что такими, как все, мы никогда не будем. Кто-то обязательно будет сильно богаче нас, да, кто-то обязательно у кого-то будет жить на более скромные деньги. И это не делает никого, да, хуже в человеческом плане или лучше. Есть еще одна тема. Если в семье стали пропадать деньги, ну вот они лежали у вас всегда в общем доступе, никто их никогда не прятал, и вдруг вы понимаете, что как-то один раз показалось, что их стало поменьше, там другой раз показалось. Как себя вести в этой ситуации? Если вы обнаруживаете это, то это, вы, конечно, расстроитесь, безусловно. И если вы проведете какое-то мини-расследование, ну, то есть я предлагаю все-таки признаться невиновности, никто не отменял. И тут надо быть, конечно же, очень осторожным, потому что это может сделать, условно говоря, ваш партнер, да, втихаря взять, а вы подумаете на ребенка. Ну, то есть здесь очень надо быть не сразу, да, обрушиваться гневным водопадом сразу на ребенка. Тут неизвестно, да, что. Но если все укажет на то, через спокойное расследование, что это может быть ребенок, то созывается, я думаю, семейный совет и выкладывается ситуация спокойно тоже, да, вот ситуация такая, у нас лежала определенная сумма денег, а сейчас денег там меньше, я не брала, там еще кто-то там из домочадцев не брал, вот мы хотели бы тебя спросить, дорогой ребенок, не брал ли ты, я не хочу тебя ни в чем обвинять, но я бы хотела понять, почему там сейчас недостача. Ребенок может сознаться, а может не сознаться. Да, неизвестно. Он может пойти, он может заплакать,
например, да, если его самого мучает чувство вины, он может заплакать. Здесь очень важно тоже вести себя спокойно. С одной стороны, присоединиться к его чувствам, в том плане, что он же переживает, если он плачет, да, или он как-то раскаивается, он же, ему же плохо от того, что он теперь вот так должен о себе думать, да, что он способен на такое. С одной стороны, я тебе очень сочувствую в том, что тебе сейчас, наверное, очень-очень несладко, и ты бы, наверное, не хотел быть таким человеком, или не хотела бы, да, быть таким человеком, который вот может взять деньги без спроса. Но, с другой стороны, я как бы присоединяюсь к твоим чувствам и не оставляю тебя в них. А с другой стороны, но все-таки я надеюсь, что это был первый и последний раз, потому что в семье очень важно сохранять доверие друг к другу. А если мы будем знать, что есть среди нас люди, которые могут без спроса взять общие деньги, то о каком доверии может идти речь? И эта ситуация становится крайне небезопасной внутри семьи. Но это первый раз. А да. Если мы понимаем, что ребенок уже не первый раз это делает... Почему тогда у нас остаются деньги в доступе? Если уже не первый раз. Мы же должны были какие-то выводы сделать. Хорошо, если мы их убрали, а он их нашел. Это симптом какого-то неблагополучия. Понимаете, опять-таки, деньги – это всего лишь какая-то лакмусовая бумажка. Да? Она проявляет какие-то проблемы. Это повод для более жесткого разговора и повод задуматься над тем, а что, собственно, происходит. Ребенок настолько не чувствует себя в безопасности, его настолько... У него уже происходит какая-то деформация, да, такая ценностная, серьезная ценностная деформация происходит. И это симптом каких-то более проблем, таких серьезных. Я не хочу никого пугать, но это действительно так, потому что это может быть действительно личностная какая-то, ну, в подростковом возрасте бывает, да, личностная деформация, либо это настолько тянущаяся сквозь года неудовлетворенность потребностями. Представляете, что должен ощущать человек, который просто тащит у другого подростки. Это уже подростки. Понимание морали у них более-менее есть. Что хорошо, что плохо. Им уже в голову за годы взросления им уже все-таки вдолбили, да, хоть что-то. Если он тащит деньги из кошелька, либо это манифестация каких-то личностных деформаций, да, либо хроническая неудовлетворенность базовых потребностей. То есть я настолько своим взрослым, близким не доверяю, я настолько не считаю их за людей, я настолько не думаю об их чувствах, но надо смотреть, не осуждая его и себя ни в коем случае, а стараться все-таки докопаться до истины. Это все-таки его личностные особенности какие-то. Но бывают. Да, социопатические такие проявления, когда человек к чувствам других людей, вообще к их позиции вообще остается невосприимчив. Бывает такое. А бывает так, что я настолько одинок, несчастен, и на меня все забили. Ну, то есть, понимаете, да, масштаб, вот, глубину вот, внутренней трагедии какой-то. Разбираться, что это, как мне помочь и себе, и ребенку, и что я не вижу, или что мы как-то упустили. И как вывод мы можем сказать о том, что воспитывать отношения правильные к деньгам никогда не поздно и никогда не рано. Собственный, да? Пример, да. Если вы считаете, что ваш пример вполне себе хороший, ценностный, то вы его запросто можете демонстрировать, и ребенок что-то усвоит, но надо помнить, что что-то он сделает точно наоборот. Это нормально. Что никогда не надо оплачивать учебу. Можно. Лучше не оплачивать домашние дела, но такие, которые, да, как участие, но учебу смотрите по ситуации. Ну, вдруг для вас это будет спасительным каким-то кругом. И что, если начали попадать деньги, то не надо впадать в панику, а нужно спокойно это обсудить. Никого осуждать ребенком. Нужно, да. Точно. Спасибо, Ирина. И вам большое спасибо. Каждый родитель желает знать. Наша программа подошла к концу. Мы вернемся в студию с Ириной Чесновой уже завтра. И в это же время поговорим о том, почему у подростков так часто меняется настроение и как же найти к ним подход, несмотря на эти эмоциональные штормы. С вами была Елена Самойлова. До завтра. Оставайтесь с нами. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.